А вот в апреле следующего года состоится важное для многих жителей региона событие. 13 числа они будут писать тотальный диктант. Уже можно начинать готовиться. Тем более, что сегодня стал известен автор текста. Это Павел Басинский, писатель и литературный критик. За произведение «Лев Толстой. Бегство из рая» он был удостоен премии «Большая книга». По сценариям Павла сняты документальные фильмы о Максиме Горьком, Михаиле Зощенко. Не обошел творчество известных писателей Басинский и в тексте «Тотального диктанта». Впервые он, кстати, будет состоять из 4 частей, которые уже готовы. Каждый фрагмент посвящен произведениям того или иного литератора – Пушкина, Горького, Гоголя, Толстого.